Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Находимся мы на автовокзале, это город Днепр. И мы находимся в заведении «Смачная зупинка». Это типа столовой общественного питания, то есть заведение быстрого обслуживания, быстрого питания. Давайте посмотрим, что мы взяли. Посмотрите, мы взяли компотик, такой запаянный компотик, можно брать с собой. Взяли пару блинов. Один мы взяли, по-моему, с творогом, другой с мясом. Взяли мы рис с овощами, а также взяли витамины, салатик, так вот мы вам покажем. Взяли мы мясо по-французски и взяли по-селянски картошечку. Вот так это все выглядит, все вместе. Мы за все заплатили 243 гривны. Вот такой вот чек, не знаю, видно будет вам или не видно чек. Но тут как бы не сильно хорошо напечатано, аппарат напечатал не сильно хорошо, но вроде видно цены. Давайте перейдем и скажем по ценам. В чеке написано все цены. Компот стоит 20 гривен. 20 гривен замечательная цена, главное, чтобы он был вкусный. Смотрите, тут бутылочка только 20 гривен стоит, это класс. Ну, главное, чтобы был вкусный компот. Также блинцы с творогом и с мясом. С творогом стоит 22 гривны, с куркой, с мясом 26 гривен. Это они делают сами, не покупные, я спрашивал, блины делают сами. Также мы взяли рис с овощами, это вышло нам 33 гривны, такая порция. Также картошка по-селянски, картопля по-селянски у нас вышла 45 гривен. Ну, для 5 кусочков это, конечно, не очень дешево. И у нас есть салат витаминный. Салат витаминный у нас стоит 27 гривен. Нормальная цена. Там все за 100 грамм. Где-то все, мы уже сказали, 243 гривны все вышло. Что недорого для автовокзала. И, конечно же, должно быть вкусно, я надеюсь. И давайте посмотрим на приборы. Приборы чистые, хорошие приборы, смотрите. Новые чистые приборы. Опять же, вилка и ложка. На столе есть у нас солянка, перечница, зубочистки, в достатке салфеток. И с собой еще там, где мы брали еду, можно было с собой сколько надо тебе взять салфеток. А также здесь можно было взять десерты, что мы не сделали. Я пока не хочу десертов, а также кофе, эспрессо, американо. И можно было взять борщ. Суп мы снимаем с утра, я думаю, нам хватит показать вам второе, там салатики, блины и компот. Борща мы тоже не взяли, борщ стоит, я вам сразу скажу, где-то 60 или 65 гривен стоит борщ, тарелка борща, это нормальная средняя цена. В общем, по цене, если за это все мы заплатили 243 гривны, за все, это нормальная цена для автовокзала. То есть компот 20-ка в такой бутылочке, это классно с собой взять. Это, конечно, замечательно. Открылись они где-то месяц назад. Я пообщался, узнал, что где-то месяц назад открылось это заведение. Смачная зупинка. И давайте же перейдем к обзору. А вы подпишитесь на мой канал, на мой YouTube канал. А также смотрите мои предыдущие ролики, ставьте лайки, опять же, комментируйте, на все комментарии отвечаю. В этом, в автовокзале в Днепре мы снимали млынцы, то есть классные блины, посмотрите мой ролик, опять же, прокомментируйте, на все комментарии я отвечаю. И давайте перейдем непосредственно к блюдам. Начнем мы, наверное, у нас отдельно стоит рис с овощами, вот так вот это все выглядит. Тут 150 грамм, по-моему. Я попросил, чтобы много не насыпали, потому что блюд немало. И давайте возьмем вилочку и попробуем рис с овощами. Нормальные столы, кстати, чуть-чуть шатаются, конечно. Хорошая мебель, мягкая. Интерьер мы вам, конечно же, покажем. Да, можно повернуть камеру, показать интерьер. А давайте попробуем рис с овощами. За ваше здоровье, господа. Горошек видим, морковочка. Кукуруза, то есть насыщенность такая нормальная, запах очень приятный от риса. Давайте по вкусу попробуем. На первом месте горошек, рис догоняет, рис такой чуть-чуть может быть сварит альденте, то есть чуть-чуть так может быть. Давайте еще раз попробуем, чтобы я ни на кого не наговаривал. Но
Рис такой где-то на четверочку, не сухой, горошка, морковочки и, конечно же, кукурузы в достатке. И нормальная средняя цена для такого риса. Здесь 150 грамм, цены мы уже вам сказали. В принципе, вкусно. Где-то на 4 балла именно рис. Я бы еще, может быть, подсолил, мне соли не хватает. Но, в принципе, рис вкусный. Такой вот рис. Ну и цены вам уже сказали. Давайте его уберем. Возьмем, будем все выставлять сюда. Возьмем мясо по-французски. И возьмем картошку по-селянски. Картошка по-селянски с чесночком, зеленушечкой. Мясо по-французски. Конечно же, сыр. И у нас тут томаты. Давайте еще раз разберем здесь. По-моему, лук. Да, нарезанный мелко лук. Сыр и томаты. Давайте возьмем сначала картошку по-селянски. Хорошо прожарена картошка по-селянски. Да, замечательно. Это пятерка сразу. Чесночок, зеленушечка, картошка мягкая, корочка хрустит. Просто замечательно и вкусно. Картошка по-селянски мне нравится. Это 5 баллов. Если рис 4 балла, может где-то подсолить, и чуть можно было, ну, может быть, для меня чуть лучше сварить. То есть не лучше сварить, а дольше поварить. Но это для меня, может быть, вот такой и есть этот рис, где-то на 4 балла. Но картошка по-селянски. Это просто замечательно. Это пушка. Картошку по-селянски рекомендую, приходите сюда. Чесночок в достатке, не перебивает вкус картошки. Зеленушечка играет, это, конечно, прекрасно и замечательно. И корочка, смотрите, какая корочка, прекрасно. Вкусно, просто вкусно, да, это пятерка. Давайте мясо по-французски попробуем. Мы уже показали, что здесь у нас мясо, лук и томаты. Возьмем, не знаю, может быть, нож можно было взять там, но я не взял нож. Давайте попробуем вилочкой мясо по-французски. Возьмем отдельно мясо. Давайте попробуем. А вы поставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну, нормально мясо приготовлено. Мне не хватает почему-то соли. В рисе не хватило соли. Конечно, можно подсолить. Давайте попробуем отдельно мы сыр и томаты без мяса. Да, я, может, чуть подсолил, но, в принципе, тоже где-то четверочка. Салфетки в достатке, опять мы говорим. Сделаем себя красивым. Мясо, в принципе, где-то 4 балла. Вот картошка по-селянски рекомендую, берите, заходите сюда, просто замечательно. Опять же, давайте перейдем к салатику. Берем это блюдо, возьмем салатик витаминный. Смотрите, какая красота. Опять по цене мы уже вам сказали цены. Все будет подписано в ролике. Синяя капуста, зеленушечка, морковочка. Просто прекрасно выглядит. И давайте попробуем. А вы, как всегда, на канал и смотрите мои ролики, которые мы для вас, дорогие мои подписчики, делали до этого. Угу. Простой, классный, чуть сладковатый. Морковочка дополняет. Вот здесь посоли класс. Посолить не надо. Мне почему-то везде надо было посолить. Здесь солить не надо. В принципе, такой салатик за такие деньги, это замечательно. Можно было взять еще там шубу. Можно было взять какой-то крабовый. Но мы взяли витаминный салат. Потому что сейчас весна. И мне нравятся такие салатики. Салатик тоже где-то примерно на 4 балла. Это не идеально, но это вкусненько. Взял бы такой еще салат, конечно, взял бы. Мне такой салат понравился, но где-то на четверочку. И опять же, давайте поставим сюда салатик. Возьмем блины.
Опять же, мы говорим один с курицей, блин, один, по-моему, с творогом. Сейчас, конечно же, покажу вам эти блины. Делают сами. Я спросил сразу, вы сами делаете или нет. Они сказали, мы делаем блины сами. Если бы это было покупные блины, то есть заморозка, я бы, конечно, не взял и вам бы этого не показывал. Но так как они делают сами, надо их попробовать. Давайте первый возьмем, сделаем укус. Курица, грибы. Это просто прекрасно, пятерочка. По соли замечательно. Грибов немало, шампиньоны. Курицы немало. Цена, по-моему, 20 или 25 гривен за блинчик. Я думаю, это средняя нормальная цена. И это вкусненько. И опять же, давайте возьмем, я думаю, это с творогом. Да. Тоже вкусненько, в меру сладко. Ну, блин, с грибами и с курицей мне понравился больше. Ну, у каждого свой вкус, но, блин, с грибами, конечно, это вышка. Можно взять, прийти несколько блинов, покушать, взять компотик. Это, конечно, замечательно. Хорошая цена. Опять же, говорю, это автовокзал город Днепр. Это новое заведение, которое открылось недавно, около месяца назад. И, конечно же, мы еще не попробовали компотик. 20 гривен, здесь где-то, наверное, грамм 200. Но мне нравится бутылочка. Можно было в стакане взять, но я взял бутылочки. Давайте откроем и попробуем компотик. Там два вида было компотов, сухофруктов и, по-моему, с ягод. Это, по-моему, с ягод. Мы сейчас откроем бутылочку. Так. Давайте попробуем компотик по запаху. Такой ягодный запах компота, не водянистый. Давайте по вкусу. За ваше здоровье, господа. А вы, как всегда, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео и предыдущему видео. А также смотрите мои ролики, как мы уже говорили, со Львова. Опять же, смотрите ролики про израильский ресторан Моше, замечательный ресторан. А за вас мы сейчас выпьем компотик. Очень насыщенно, яркий компот, кислинка на первом месте, сладость догоняет, очень классно, не водянистый, за 20 гривен это идеальный компот, это пятерочка, рекомендую еще раз. Да, кислинка на первом месте, ягоды играют на рецепторах, но это прекрасно. Компотик зачетный, где-то пятерочка, я вам говорю. Заходите, даже смотрите, 20 гривен компотик, пару блинов взяли, 60 гривен, вы съели пару блинов, выпили компотика и пошли по своим делам. Это замечательно и прекрасно. Мне, как я говорил раньше, мне это нравится. А вы, как всегда, поставьте лайк, подпишитесь на канал и давайте подведем итог заведению. Поставим сюда все блюда. Возьмем сюда рис с овощами, берем ложечки. Опять же, давайте скажем, 243, по-моему, гривны за все. Это недорого, это хорошая цена. То есть одному человеку поесть, наесться на обед, это замечательно. Да, конечно, можно было взять шаурму там за 100 гривен, но мы показали вам разнообразие блюд. Чек мы вам показали, за цены мы уже вам сказали. Заведение смачная зупынка, работает с 8 часов утра до 8 вечера. У них так написано на дверях. Это второй этаж, автовокзал. В принципе, здесь хорошо. Я пришел бы сюда? Да, пришел. Цены меня радуют. Блюда вкусные. Ничего нету, там тройки, двойки. Где-то примерно все. Может быть, 5 не идеально, но это, ну, четверка. Хорошее заведение. Не всегда везде ставлю четверки, кто-то мне писал, что у тебя все хорошо. Не всегда у меня все хорошо, бывают и двойки, бывают тройки. Но если мне вкусно, я говорю правду, что мне вкусно. Заведение, смачная зупынка, мне понравилось. Второй этаж автовокзала. Приходите сюда, пробуйте, может, вы что-то уже брали или были в этом заведении. Приходите, пробуйте, пишите комментарии, на все комментарии отвечаю. А также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А с вами был Александр Стрельченко. Всем пока. Пока.